со счетом 2-0 над «Металлургом» из Новокузнецка. Напомню, что обе шайбы были заброшены только в третьем периоде. И хозяева начинают с атаки уже на 14-й секунде. Проход Алексея Угарова. Ну, для целого ряда игрока, даже болельщики некоторые успели пошутить, что вот сегодня играет «Динамо-1», «Динамо-2». Учитывая, какое количество игроков из состава, прошлогоднего состава московского «Динамо» перешли в нижегородская «Торпеда». Вот Алексей Угаров, один из таких игроков, забрасывает шайбу уже буквально на первых секундах. Первая атака, бросок в дальний угол под... Ну, неудобный бросок для Алексея Волкова под правую руку, под блин. 10-й Игорь Щадилов, 39-й. Вторая Доминик Граник, 26-й. И Яни Яласвара по 9-м номерам. Тут сразу хочу сказать, что есть определенное несоответствие номеров за нижегородская «Торпеда», но и для Мэтта Эллисона. А вот повтор. И вот бросок следует. И вновь отлично действуют защитники. И шайба, тем не менее, оказывается в воротах. Там, похоже, кто-то подкорректировал полет шайбы. Все-таки вот практически на излете штрафного времени Владимира Галузина московские динамовцы реализуют большинство. Причем делает это первое звено. Вот первый бросок, повторный и, похоже, от ноги Михаила Тюляпкина. Ну, вот похвалил я Михаила, да? Ну, не будем винить. Отправлен в высшую хоккейную лигу. Саров. И смотрите, какой неожиданный получился для Волкова бросок. И счет становится 2-1. Отметился этим броском Михаил Варнаков. Коваль, Токола, Фомичев и Диспал. Так выглядит вратарская бригада нижегородского «Торпеда». 2-1. Да, и видел момент броска Алексей Волков. Вроде тут и защитникам претензий особо не предъявишь. Хотя, конечно, Варнаков... Ага, неожиданное, честно признаюсь, решение Кари Яланина. И очень быстро реализовано большинство. Михаил Варнаков делает счет 3-1. Забрасывает вторую свою шайбу в этом матче. Токола заменяет Виталия Коваля. А «Торпедовцы» празднуют взятие ворот Алексея Волкова. Очень много времени потребовалось. Вот бросок, шайба, после которого отбивает перед собой Алексей Волков. И Михаил Варнаков первым оказывается на добивание. Бросал Владимир Маленький. Ну да, отлетела от щитка шайба достаточно.